Поздравляем вас с этим светлым, прекрасным праздником. Обалдеть. Желаем вам много счастья, радости, улыбок, ну и, конечно же, здоровья, да, в нашем прекрасном деле. Поздравляем всех женщин с 8 марта. Ура! 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 А медленный танец в воде. А у нас начало другое. Ольга Соколова. Она сказала, красота. Девы дивной красоты, красоты. К нам весна вдруг пришла, улыбнулись солнцу, а зиме поскучав, мы глядим в оконце. Хоровод мы заведем, заведем, заведем. Песню звонкую споем, мы споем, мы споем. И ручья журчание, и пение птицы в нашем обаянии нам все пригодится. Всех мужчин с ума сведем, всех сведем, мы сведем. Им по чарочке нальем, мы нальем, мы нальем. Будем есть, обнимать, будем целоваться. По Свияге будем плыть, будем закаляться. Пошлите, девочки! Такой сценарий! Ага, молодцы, девчонки, красотища! Сережа, кидайте! Ульяновские женщины-моржи опускаются в прорубь. Итак, 8 марта на берегу Свияги красивые женщины в воде, которой сегодня плюс 26 по состоянию их красивых глаз и улыбок. Девочки, звездочку, звездочку! Молодцы! Ура! Красота! Все мужчины у ваших ног! Все мужчины у ваших ног! Все женщины России поздравляют от души ульяновские моржи! Такие красивые мальчики с бабочками! Мужчины! О, да-да-да-да-да, молодцы! А что это наши мужчины не разбавили? Ой, сейчас куда-нибудь в одежду! Ой, девчонки замерзли! Ой, красота! Вот фотографируй на